Право мое было нарушено еще в 2016 году, когда закончился срок договора займа, по которому гражданин Козырицкий не выплатил ни копейки. Занимал он у меня 960 тысяч рублей. Странные причины, которые он говорит на опросах в полиции и в судах, что якобы брокер вообще закрыл его рабочий счет. Причину он не знает. Также полиция приняла его показания насчет того, что в рабочий кабинет свой он войти не может, так как ноутбук, с которым он производил работу, утилизирован. Как-то странным образом пропадали деньги со счета. Вот. Ну, там много ходов мошенничества может быть. А по договорам займа он просто ни с кем не рассчитывался. Говорил, что так надежнее будет, я вам буду выплачивать проценты, в том числе среди, пострадавших и его друзья –